Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души земли, и чрезвестный, и все исполняя. Очисти меня от всяких скверны и спаси блажен души наши. Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Чтобы душами именем Господним противлявся им. О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Умру, но жив буду, и повем дела Господня. О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Аминь, Боже, небрегоже, зиждущий сей, быть во главу угла от Господа, бы сей, сдевен в очи всех наших. О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, поведи на собратимые дары, и Твое сохраняй Христом Твоим жительством. Прославные веры поборничи, дружи на свете личаничи, Господи, правилою ежедневны, покажи Отцу и Сыну и Святому Духу, и мудрости Божией столпительно чистыни, и божественной до света святиницы Сыну свечни, Маковеи все мудрые прежним учеников были ли мученицы, с ними же все Богу молитесь и спастися почитающим вас. Имени пресные во веки веков, аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не презри грешных полений гласы, но предвари яко благая на помощь нас верно зовущих ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий пресно Богородицы чтущих тя. Ниже радуйся ангелам пришая, и родшая зиждителя твоего, Дева спасытя величающая. Ниже радуйся ангелам пришая, и родшая зиждителя твоего, Дева спасытя величающая. Воспеваем Сына Твоего Богородице, и вопием Пречистой Владычице, всякие беды избави, рабы Твоя, царем, пророком и апостолом, и мучеником Ты сей похвала, и представительница мира все непорочная. Язык всем православный похваляет и блажит, и славит Пречистое Рождество Твое, Мария Бога Небесная. Дашь Христе, имя мой, и мне недостойному долгов оставления молюся, те родшие молитвами яко благоутробен. На тебя мое упование возложи, Богородице, спаси меня молитвами твоими, дарами прегрешения оставление. О,
живи миру, жизнодавцы и спаса. Спаси молитвами твоими, благословенная надежда душ нашей. Зиждители всех утром, и твои зачиншая, дева всенепорочная, молитвами твоими спаси души наша. Богородице, родшая словом паче слова, словом всепетая, Того моли спасти души наша. Милостивами судью жизнь Сына Твоего, прегрешившему паче всякого человеку, Твоими молитвами соделай, Владычице, по дому вопием Ти, радуйся, Богородице, чистая Преснодево, молящимся молитвами Твоими спастися. Избави меня от огня вечного, и мук придержащих и непровидительницы, я буду ублажаю тебя. Не презрима линия твоих рабов, молимся, Владычице всепетая, я куда избавимся всякого обстояния, не духа всяких болезней, и бед на свободе, священному твоему покрову прибегающий. Странные чудо ежи к тебе, Богородительнице, нас бы ради по нам родися, всех зиждителей с тебе и Бог наш. Храм той Богородице, оказайся врачество недугов безмездное, и оскорбляем их душу тишение. Пресвятая Богородица, родшая спаса, от бед спаси, и всякие иные нужды рабы твоя. Избави от всякого прощения, находящихся на рабы твоя. Пресвятая Владычица, и всякого вреда душевного живи телесного. Спаси всех молитвами твоими, Дева Богородице, к тебе притекающих, и избави всякие нужды и скорби. Кто притекает к нам, Твоей Богородице, не примет скорое исцеление, душевного вкупе и телесного причистая. От всех умоляем щедрых святых и горних чинов, очисти меня родшею, очисти меня родшею тебя. Пощади, спаси, души умерших братьев наших на десять жизни, и ослаби, остави их согрешения. Радуйся, мира очистилище Дево, радуйся, ручка и свечница из золотой, божественная мана и света Бога невесту. Поем тебя, Бога единого в Троице, вопиющий глаз три святый, молящийся спасение получите. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о Дева родшая спаса, и Владыку мира и Господа, Того моли спасти души наша. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, гору, радуйся, кубино, радуйся, врата, радуйся, лестнице, радуйся, божественной трапезу, радуйся всех помощи, Владычице. Молитвами милостиви, Матери Твоя Пречистая, всех святых Твоих, Твоя милость и любовь Твоим даруй. Молитвами славных архангел и ангел, и горних чинов, рабы Твоя спаси, дом, лицо храни. Молитвами честного и славного Крестителя Твоего, пророка Претечи, Христе спаси, мой рабы Твоя сохрани. Молитвами славных апостолов и мучеников, и всех святых Твоих, Твоя милость и людям Твоим даруй. Молитвами славных бессребренник Богородицы, рабы Твоя сохрани, яко предстательство мира и утверждение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отца и Сына славословим, и Духа Святого глаголюще, Троица Святая, спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Неизречено последнее зачинчая, и родшая Создателя Твоего, Девы спасайся, величающая, милосердие в дверях древним нам, благословенная Богородице, надеющийся на тебя, да не погибнем, но да избавимся тобою от бед, ибо есть спасение рода христианского. Господу помолимся. Господи, помилуй. Если Боже наш, и Василий почивающий тебе славу, воссылаем Отцу и Сыну Святого Духу, к непресно веки веков. Аминь.
настало время всех освящающие, и праведных нас ждет судья. Но обратиться души к покаянию, яко блудница замучится слезами, Господи, помилуй меня. Во доме дождевых Христе, источник исцелений, во все чистым храме, где мы днесь, твоего благословения укреплением, отгоняющий недуги немощствующих, врачу души телес наших. Дева родилась и неискусом брачная, и дева прибыла, и си мать безневестная, Богородице Марии, Христа Бога нашего моли, спастися нам. Пресвятая Богородица Деву, рук наших делай справи, и прощение прегрешений наших и спроси, не допите нам ангельское пение. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Вон мир всем и духами твоему, и мудрость, прокимен глаз третий, Господь, просвещение мое, и Спаситель мой, кого боюся. Господь, просвещение мое, и Спаситель мой, кого боюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Господь, просвещение мое. Апостола Павла чтение. Братья, святая, освящаем от единого все, и же ради вины не стыдитесь, братья, нарисать и глаголя. Возвещу имя твое, братья мои, посреди церкви воспою тебя, и паки, азбуду надейся на и паки сиасы, дети, я же видал есть Бог, понеже оба дети, приобщившиеся плоти и крови, и той преискренне приобщившиеся тех же, до смерти упраздит имущего державу смерти, сирич дьявола, и избавит сих корицы страхом смерти, через все житие по вине беше работе, не от ангела бы, когда приемле, но от семени Авраама приемле, а ты же должен бе, по всему подобитесь, братья, да милостив будет и верен первосвященник я же к Богу, мое же очистите грехи людские, мне же посада сам искушен быв, может и искушаемым помощи. Мир тебе и духови твоему. Аллилуйя, 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 глаз шестый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благодарю вас, дела моя царевна. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость, прости услышим святого Евангелия. Анна, святаго Евангелие, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Амин. Во время оно взыди Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалим их науче купили, есть же глаголица еврейский вифизда опять притвор имущие. В текст лежащий множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды. Ангел бы Господень на всякое лето схождаши в купели возмущаши воду, а я же первая влазаши по возмущении воды. Здравы ваши, я цем же недугом одержим вы ваши. Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, в храме всеми светлоговением и страхом, Боже, входящий, понь Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй, Господи, не отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, Господи наш, Пресвящем Господи Германе, и всех из братьев наших. Господи, помилуй. Бог, родимый, в стране нашей, властяки воинстве, я Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде всем, на верху живу Господу помолимся. Господи, помилуй. Воздуха, изобилие плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поправляющих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Высветись водам сим, силой действенности, дадут Господу помолимся. Господи, помилуй. Сильная воды сия, очистительная присущная, Троице действуй, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боги сидит душ телес, всех родил тебе задательно, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Господу в области, я взял сильные воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. По всех требует помощь себе, Господу помолимся. Господи, помилуй. Простите нам, простите им разве, слушай Троицу, Господу помолимся. Господи, помилуй. Как подошли Бог, пути души братья. Поеже, простите нам, простите им разве, слушай Троицу, Господу помолимся. Господи, помилуй. Как Господь Бог, как подкатки, сын, деньги, царство, своего воды, все причины, как видим, Господу помолимся. Господи, помилуй. Пусть простите, Господь, меня вновь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спасибо, милостивый, над волей Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славно здесь нашу Богородицу, Преснодеву Марию со всеми, святыми поминувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, Господи, я помню, Господи, поклонение Отцу и Сыну Святому Духу непрестанно на веки веков. Аминь. Помолимся. Господи, помилуй. Боже велик, Господи Боже наш, великий в совете, дивный в деле, всеотвори содетели, храняй завету и милостью любящим Тя, и соблюдающим повеление Твое, всех в нуждах умиленной приемли слезы. Тебе бы ради пришелось и в рабе израться, не приведение нас устрашает, но здравие тела истины подавай, и глаголи, се здрав был, и к тому не согрешай. Но и от бренья здравы, очи соделайся, и умытися в повеле, в свету вселитесь и сотворилось словом. Сопротивных страстей волны смущай, и жития сего сланное море иссушай, и тяжелоносных сластей укращая волны. Сам человеколюбчий царю, дабы нам, снега светлая одеетесь одежды, от воды же и духа, и причастием же воды сия, и окропление Твое, благословение нам не спасли. Скверно страстей омывающий, ей молимся, посети наши блажи немощь, и исцели наши недуги душевные и телесные, милостью Твоею, молитвами все пречистые, преблагословенные Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силой честного животворящего Креста, предстательством честных небесных сил бесплотных, честногославного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, этих славных и всех вальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, и живосвятых отец наших, и вселенских иерархов, и учителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живосвятых отец наших Афанасия Кирилла, патриархов Александрийских, и живосвятых отца нашего Спиридона Тримифунского чудотворца, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Миролекийских чудотворца, и живосвятых отец наших Мефодия Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини российские Ольги, и живосвятых отец наших, святителей Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей Московской и всей Руси, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Ивы, Ермогена и Тихона, митрополитов Московской, Филарета, Иннокентия, Макария, святителей Анфима и Серапиона, епископов Сарских, святого благоверного великого князя Александра Невского, святого священномученика Николая Пресвитера же Верхним Гнутовым, святого славного великомученика Георга Победоносца, святого славного великомученика Дмитрия Мирзачивка,
святых и проповедных мучеников, святых и праведных, Бога Отец, Иоаким и Анна, святых славных и чудотворцев бессеребренников, Косьмы и Дамиана, Кира и Анна, Пантелеймона и Ермолая, Самсона и Диомида, Макия и Аникиты, Малалея и Трифона. Святого праведного отца нашего Иоанна, пресвитера Кронштадтского и всей России чудотворца, святых семимучеников Маккавеев, Авима, Антонина, Гури, Елиазара, Евсевона, Алима и Маркела, и матери их Соломонии, и учителей их Елиазара, их же память ныне совершаем, и всех святых Твоих. Спаси, Господи, помилуй великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и вся Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского. Даруем душевное и телесное здравие, работай Тебе всему христианскому жительству. Во всем милости буди, помяни, Господи, всякую епископу православную, правоправящих, слово Твоей истины, и весь священнический, монашеский и иноческий чин и спасение их. Помяни, Господи, ненавидящих и любящих нас, служащих братья наших, предстоящих и благословной виной отшедших, и заповедавших нам недостойным молитесь о них. Помяни, Господи, в пленении и скорби сущие братья наших, и помилуй их, повелицы милости Твоей, всякие нужды избавляя. Яко Ты есть источник исцеления, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духа и Твоему. Глава сквозь преклоните. Тебе. Освящение наше, и Тебе славы, и благодарение, и поклонение воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние. Победы нас обратильные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительству. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы нас обратильные даруя, и Твоим сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы нас обратимые даруя, и Твоим сохраняя крестом Твоим жительством. Твоим источник исцеления мощи святей бессребреницы, исцеление подавайте всем требующим, яко привели дарование сподобшимся от Христа текущего источника спаса нашего. Глаголит Богом Господь, яко и ты наренителем апостольским, все дохом власть на духе нечистые, яко же тех изгоните, и целите всякий недуг и всякую язю, тем же повелите годовле жительствовши, то не приясте, то не подавайте, исцеляющие страсти души телес наши. Призри на моление Твоей крепости непорочная, утоляющая лютое ноле восстание, всякие скорби нас изменяющие, тя бы единотверное известное утверждение имамы,
и Твое предстательство стяжахом. Да не постыдимся, владычица, Тебя призывающие, почисленно уморение Тебе верно вопиющие. Радуйся, владычица, все помощи, радости и покрови, и спасение душ наших, владычица, прими молитвы раб Твоих, избави нас от всяких нужды и печали. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И молимся о великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем, митрополите Германии, о всей во Христе братии нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, молимся, Богу хранимой стране нашей российской, властях и воинстве, я до тихой безмолвной житие поживим, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божьих, братьев, святаго храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, молимся, еже ко славе Божией, благополучно, беспрепятственно и скоро построитесь на месте всем храму святаго Иоанна Кронштадтского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И молимся о ктиторах святого храма сего Владимире и Александре, о божественном покрове и заступлении, благопоспешении в трудах и многолетии жития их. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И молимся, еже сохранитесь граду сему и всякому граду и стране от глада, губительства, троса, потопа, огня, меча, нашествия, на племенников и междоусобные брани, а еже милостивы, благоуветливы быть и благому, и человеку, любимому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, избавите на от належащего и праведного своего прещения, и помиловать ины. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих, море далече, и милостив, милостиви, буди, владыка, о грехах наших и помилуйны. Милостив Боя человека, любит Бог, и си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Вы наше, Господи, ве преклоним. Тебе, Господи. Владыко, много милости, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, мы Ты, всепречистовал весь наше Богородице, Спасение Марии, Сил Чеснаго же, Дворящего Христа, Предстательство Чех Небес, Сил Сил Бесплотных, Чеснаго Слава Пророк, Братья Христиан, Стих Слава Сихвалит Апостол, Святых Мучеников, Гребно Бало Святец Наших, Живо Святец Наших, Святых Учителей Святителей, Василий Великого Григория Богослова, Ян Задоустого, и живо Святца нашего, и Николай Архиписка Мелектича Творца, и живо Святых Отцех наших, Мефодий Кирилл Четыреславенский, Святой Город после Великого князя Владимира, Великой Ильи Ольги, и живо Святец наших, Святителя Михаила Киевского, Евгения Московского, Руси Петра, Сиона Михаила, Филиппа Киева, Маргина Тихона, Митрополита Московского, Филарета Иннокентия, Святителей, Илариона Тихона, Макария, Святых Храмов, Отец Кимианы, святого праведного Кронштадтского, святых братьев мучеников Маковеев, и мы совершаем все святых Твоих приветствий, молитву нашу, дару нам остальные прегрешения наших, по раскрою кровь Твоей, жизнь всех врагов спасат, мир наш, Господи, помилуй, мир Твой, спаси душу нашу, яко благ и человеку любит. Помолимся. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю, Боже, Отец наших, же злом Моисеевым и древом воным, на нем же змею медяную в пустыне, и угрызение змеев, избавляя люди, привязать и повелел иси, образ честного животворящего креста, возлюбленного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, прообразивый, им же дьявола силой упразднися, и змеем, оным, древним, вселукавым, угрызенный и умершленный род нас, оживотворися. Смиренный Твоему безмерному человеколюбию припадающий, молимся и милисидеем,
Посли ныне благословение Твое небесное, и благослови знамение се крестное, и дашь Ему силу и крепость, благословенного оного крови Сына Твоего, окропленного древа. Воеже быть и храму сему, имени Твоему созданному, покров державен, твердое ограждение, от всякого злага обстояния всегдашнее избавление, благолепие же украшение знамя невидимых и невидимых врагов страшное и ужасное. Всем же в храм сей, с верой выходящих и на не взирающих, и распятому на кресте Сыну Твоему кланяющихся благослови, и силой крестной огради, неврежденных, хотя как зла всегда соблюди. Крест бо есть красота церковная, царем держава верным утверждением, Павлова похвала, бесов же язва. Ей, Господи Боже наш, всех верую, на знамение сие взирающих и спасительную Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, смерть воспоминающих и Тебе прилежно молящихся, милости услыша и человеколюбни помилуй. Здравие же с долгоденствием даруй, и царствие Твое Господобие, благодати и щедротами, и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен и сей, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веку. Благословляется и освящается знамение сие крестное, благодати Святаго Духа, окроплением воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается знамение сие крестное, благодати Святаго Духа, окроплением воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается знамение сие крестное, благодати Святого Духа, окропление воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вознеси Сына престолею, слезы именитому Твоему новому жительству, щедроты Твои дары Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дай она нам супостаты, пособи мужество и оружие мира, непобедимую победу. Православный верой поборниче, земли развести печаниче, Божие правилою определенне, и церкви наше украшение, молись и благодать Бога, умереть и мир и спасти души наши. Священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Окропление священное. Отца и Сына и Святого Духа. Освящается полукупола сия. Окропление воды священное. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословляется, освящается. Thank you.
сейчас. Строителя надо сначала. Да. Ух ты! Проектировщик. Их надо сильнее. Да, их. Ой, спаси Господи. Так, проход сделайте, женщина. Проход, проход, проход. Противные даруя, и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. Господу помолимся. Господи, помилуй. И надень. Не крапиву нам принеси, не Катя маленькая. Не успею. Не обыменные милости, незреченные в щедротах Господи Иисусе Христе, Девин Сый во славе творя чудеса, Ты действен Святого Духа иногда благословил Израиля, Его медом насытил. От камень самый ныне призвес выше на создание Твое сие, и благословением Твоим небесным благослови и освети соты пчел, и от них мед. Подашь ему, дайте банку с медом. Банку с медом любую. Открывайте. Можете еще? Все. Сейчас все, хватит. И подашь им действом благодать паче всех совершенно. Да всяк от него вкушающих, приемлющих, ядущих, обрящих благополучное здравие. И пища все насытится. И исполнится всякого блага, яко ты есть подавай всяческое благая, и тебе славу воссылаем, со безначалию твоим отцем, и пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне присно, и во веки веков. Освящается мед, и окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается мед, и окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается мед, и окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Премудрая Богородицы, спаси нас. Сильнейший херувим и славнейший. Разбирайте. Серафим. Без слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Христа и во веки веку помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Высоко преосвященнейший Владыко благослови. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Братья и сестры, с праздником всех поздравляю. Давайте чуть-чуть успокоимся, всем сейчас мед осветим, не волнуйтесь. Только открывайте. Ну, главное, встаньте вот так все вокруг, вот подальше пройдите, выйдите вот так, да? Встанете, и мы все мед осветим. Да, посветил, ходите. Да. Пойдем, да-да-да, ничего уже не надо. Остановитесь пока. Хорошо, где там мальчик? Батюшка, осветите мед, а я с ребенком. Осветите, пожалуйста. Отходите. Отходите, не ставьте на мед. Отойдите отсюда. В сторону. Отойдите туда. Отойдите все сюда. Все, отойдите. Что там? Возьмите. Галина, давай. Так вот, возьмите. Все. Пошли, Сережа. Пойду в сторону делать. Отойди, Галина, хватит. Что вы там?
Нет, самое главное, когда вот начнут, да, вот, да. Ну вот наверху, наверное, ребята будут, он, наверное, внизу. С той стороны, вот, вот в очках черных. Mm-hmm. Вот, да, белая башпёрка, да. Конечно, он молодец. Был Николай Иванович, может, знаешь же, тут начальник. Mm-hmm. А за все берется. Вставляет команду. Thank you.
что не делать? Канат, перекиньте ее, через кабель верни. Натягивай, Алексей, натягивай, чтобы его на стену не было. Да я не тебе свой даю. Сейчас Роман перебросит фонарь. Будем поднимать. Что-то совсем запутался, Роман. За ним бегать будешь? Да, да. Ключку тут никто не видит.
Крючку тут вот только-только оставили. Нет, туда никто не подходил. Еще, значит, где-то. Нет, значит, нет. Я оттуда шла. Я вот шла и хотела. Там небо это самое, не было. Подожди, сейчас поднимут купол, туда нельзя. Да не было там. Ну как же, Яша, подойди сюда. Клюшка еще не слышишь? Поставь. Здесь будешь смотреть, подойди сюда. Штатского святого праведного. Вот я здесь принимаю участие как конструктор. Вот проектировал вот эти купола и полукупола. Вот такое радостное событие, когда вот венчаешь сооружение таким устройством. Какая-то завершенность, стадия есть в этом, и это очень приятно и вдохновляет на дальнейшее. Подвиги. Здесь вот большая заслуга, конечно, Владимира Николаевича, вот, управляющего Приволжстрансстрой, вот, потому что передавалось многим подрядчикам, вот, особенно сначала на начальной стадии, были сложности с возведением вот, основания вот, под храм и все прочее. Но вот они вроде успешно преодолены. И вот приятно, когда вот такая уже стадия и вырисовывается в натуре такой объект.
Так что это вот такие дела. Вам. Thank you.
одного, вообще, потом в другого. Я тут начинаю. Сейчас тут зацепишь и поведешь, да, доведешь его туда. Переставишь там. Что? Ну это, переставишь. Человек Thank you.
Thank you.
Сударь, что уже? Это Николай расстрелял. Нет, знаешь как? Потому что это должно быть на свет внутри. На свет давай. Нет. Подними, что? Все, дальше не надо. Она с той стороны должна быть. Так когда? Одна с этой, другая с этой. Ну что это, объясняй. Сцепляй, развели его как положено. Сейчас все сделаем. Все, мы тогда вот, когда... Сейчас надо вот здесь вот завести. Ну, давай. А то дверь не подложим. Вы были в палке подложены. Ну, вот или они когда-то были? Ну, ладно. Все, это все есть. Благодарцы нет? Благодарцы нет? Нет. Сами не стоят. Поправить. А отверточки нету, да, пройтись по этим? Да все вчера купили. Вчера все. Это крапленый. Протягивали. Не, вы не дуты. Протягивали вчера. Протягивали все. Все это протянуто. Потом хорош на купол растропа ложите. Юрич, вот так мы глянем, пусть приподнимет, мы глянем. Смотри.
Все, Сань. Саш, дай майк. Сань, еще майк. Ром, становись, а мячок там. Да брось ты. Саш, набей. Иди сюда. Вот там. Здесь не надо. Может, ближе туда? Вот. Слышь, Кот? Сюда, вот, поближе. Сюда, под это. Нет. Поближе. Вот, я говорю. Вау, все, все понятно. Не, это не Серёжка. Ты чуть-чуть подвинь. Да. А, вот, блядь. Сань, чуть примайнуй. Нет, майна. Майна, дай чуть. Дай чуть майна. Оп. Вот так. О, отлично. Сань, набей. Саня, тихо! Отводите так. Все нормально? Да. Ром, отпускай, отпускай. Да? Отпускай, отпускай, потихонечку. Все, Сань, давай! Thank you.
фотографии не слышно. Ага. Выдавите по вертикали. Правильно на себе насыпать. Много. На юг выдави немного. На юг еще немного. Палыч, майну сделай. Максим, подтяни гайку немного. На фоне молоковозки. Ну, какая разница? Главное, что строится. А на фоне чего тут? Север, юг нормально. Сейчас перейду на южную сторону, будем стрелять запад-восток. Максим, ты потянул где-то немного? Разворачивать его. На меня, да, правильно. Это в часовой. Расслабляй. Не, в обратную. Оп. Еще давай. Давай еще чуть. Опа. Чуть назад. Еще. Не, пока нормально. Теперь его на запад удали. Да, на запад. А не надо его туда удалить. Хорошо стоит. Еще. Опа. Еще не двигать. Максим, затяни гайку. Не затягивай. Ну, в основании гайку затяните. А чего его на север пихаете? Чуть ушел.
послезавтра выставлять все будет. Да, если затянули, слазим все. Тягите, мы отключим и слазим. Корзину не забудьте с собой. Кубок полностью высекли. Thank you.